Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Обливиан. Мы находимся в Лейевине, насколько я помню. В последней серии мы выполнили часть задания, избавились от семейки. И теперь нам нужно вот с этой ворчихой отправиться бить каких-то бандитов. Я, честно говоря, смутно помню, потому что с момента последней записи прошло порядка полутора недель. Сейчас, конечно же, в комментариях спросят, как так? Полторы недели мы смотрели твою серию вчера. Дело в том, что я записываю серии пачками и потом свободно провожу время оставшееся. Я купил себе новый компьютер, просто термоядерный. Кто следит за моей страницей ВКонтакте, знает, что это такое. Там i7, GeForce 670, GTX в слай-режиме, 32 гигабайта оперативки. Но дело в том, что Oblivion я буду записывать на старом компьютере пока, потому что с ним очень большие проблемы именно с переносом сейвов. Если кто-то знает, как это решить, просто... То есть я продублировал игру на втором компьютере, там и Oblivion, и Oscura Overhaul стоит все полностью. Но когда копируешь сейвы, они не работают. Вот я пока не решил эту проблему. Поэтому Full HD на этом прохождении перейти не получится. Но тем не менее, это нам не сильно мешает, потому что и на этом компьютере игра работает прекрасно. Тот компьютер я брал для новых прохождений, таких, допустим, как Dead Space с Артемом, Чужие, там, с Гришкой, с Артемом и еще с кем-нибудь. Ладно, короче говоря, такое небольшое отвлечение. Ну что, Мазога? Не пора ли нам заняться черным Бруго? Я готова следовать за тобой. Пойдем, подружка. Пошли. Пошли. Я уже начинаю привязываться к ней. Это, по-моему, самое светлое, что есть в Обливине пока что, из того, что мы видели. Так, в какую сторону выход? Ты помнишь? Нет? А, там приемная, по-моему. Давай сюда. Насколько я помню, в последней серии мы встретили каких-то рапторов непонятных. Они просто порвали нас. Кроме того, мы встретили человека, который попросил нас разобраться с поставщиками скумы. Скума — это, напомню, местный наркотик. Ненавижу наркоманов. Так, ну и что? Все члены... Так, ну этим мы займемся потом, около Скинграда. Сейчас мы станем рыцарями белого жеребца. По карте это довольно недалеко идти, но вот тут вы помните довольно серьезные противники. Мы уходим в дождь, в ночь. Это все довольно печально. Ну да ладно. Ты идешь за мной? Идет. И кроме того, скрытности особо у нас не получится, потому что, сами понимаете, с нами огромный, грохочущий своими доспехами орк. Ну да и что? Ладно. Пусть он будет мускулами, а я буду мозгом. Так, я туда иду вообще? Вроде бы да. Кушать я пока вроде не хочу. И знаете, я, наверное, в ближайшее время вернусь в свое... Серый лис защищает тебя. Это факт. В ближайшее время вернусь в свое убежище вампирское. Оу, привет! Привет. И стану... То есть, излечусь от вампиризма. Потому что, как я вижу, никаких особо интересных квестов на это нет. Но очень много проблем именно для прохождения. Очень много приходится отвлекаться на питание. Это, конечно, временами интересно, но временами полсерии уходит на то, чтобы... вломиться в какой-нибудь дом и выпить там с какого-нибудь нищего кровушки. Это не очень хорошо сказывается на интересе к прохождению. Ну, не знаю, посмотрим. Говорят, что у Винсента в комнате была книга, которая открывала какой-то квест по вампирской линии. Мне кажется, это не так. Ну, не знаю. Сейчас мы вот разберемся вот с этими заданиями, которые у нас самые насущные. Приветствую! Здрасте! И потом пойдем уже... сходим обратно в темное убежище. Может быть, это так, потому что с моей внимательностью я вполне себе запросто мог это пропустить. Так, давай мы с тобой поговорим. Искатель приключений. А, вероятно, ты сможешь Так, ну... Небольшая группа торговцев с кумой, возглавляемая Данмером по имени Кулиус Лунава, засела в поселении. Я пытаюсь поймать... Понятно, это мы все уже знаем. Мы этим займемся чуть попозже. Это у нас где-то вот тут, вот, по-моему, находится. Ну, близко, короче говоря. Лунаво, это змея. Хорошо, давайте двигаться. Тенегриф у нас не тут, кстати говоря. Ух ты, смотри, какой туман. Это нам на руку. Ой, твою мать, только не вы. Мазога, бей его, Мазога.
Ой, не ешь меня, охранник. Они психованные. Да блин, ты свистишь от меня. Убейте его кто-нибудь. Я его тоже не боюсь. Какой страшный. Что, сломали его, нет? Охрана! Охрана! Моя спина! Обалдеть, самые злые твари находятся. Так, хорошо. Она зайдет за мной, нет? Блин, а тот Минотавр заходил, конечно. Иневый гигант. И было весело в городе. Но... Ой, я не то сделал. Блин, я все забыл. Я даже забыл, как иконки выглядят персонажей. Иконки умений. Оп! Так, мы походу отсюда очень долго будем выходить. Потому что он бегает быстрее меня. Ну, зайдешь, нет. Он передвигается быстрее меня и кусается так, что я просто... Так. Мазок, иди сюда. Встань. Я с тобой. Подожди здесь. Здесь. Я перекушу. До свидания. До свидания. Так, хорошо. Вроде бы не палимся. Там смена караула как раз. Нам отлично. Фу, жаба, не люблю жаб. Ну, ладно. Отлично. Никто не видел. Спи спокойно, дорогая жаба. Хорошо, Мазога, пойдем со мной. Надо уже что-то я решать с тобой, с этим дружище. Ящером. Мы... Иди за мной. Я... Пока. Пока, пойдем. Так, и кто мне скажет, что с ним делать? Я так чувствую, сейчас просто убегать от него придется, пока Мазога будет его долбить. Потому что... здрасте. Смотри, вообще пофиг, да? Хорошо. Ладно, пусть стоит там у ворот. Может, он вручную станет, я не знаю. Так, хорошо, нам нужно выдвигаться сюда. Тут, я чувствую, этих ящеров будет еще полно, поэтому давайте мы будем красться. И вот тут вот нам, на самом деле, пригодится вот это умение, чтобы издалека их засекать. Кстати, мне правильно посоветовали, что нужно как-нибудь все-таки забуриться в гильдию магов и там выучить хотя бы одно заклинание. На мой взгляд, шикарно будет выучить заклинание «Открыть любой замок». Конечно, с моими атрибутами это будет далеко не всегда работать, но все равно. Так, это что там? Понятно, это блуждающий огонек, нам от него ничто не может понадобиться. Так, хорошо, мы пришли, что ли? Странный ящер какой-то был, да? Так, и вон там я вижу офигище народа. Так. Мазок знает Черного Бруга. Она предложила мне устроить на него засаду. Каждую ночь между полуночью и 6 утра Черный Бруга посещает логово своих головорезов, чтобы взять свою долю награбленного. Так, Мазога поможет мне найти и убить Черного Бруга. Хорошо. Кто же из вас... Это, конечно, не так важно, но тем не менее. Черный Бруга, это, я так понимаю, орк. Это явно не орк, да? Чисто. Что-то тут наверняка же еще спит, нет? Ладно, охраны нет. Время у нас, кстати говоря, самое что ни на есть подходящее. Ночь. Так, моя стрела. Так, почему Мазок достал меч? Там кто-то вылез, что ли? Надеюсь, мы сейчас прям... Тихо, не шуми. Кто там что делает? Что за выкрики дикие слышу я в темноте? Осторожно.
Они, походу, там у них спарринг тренируются. Вот этот товарищ, я думаю, как мертв. Черный Бруга мертв, нужно доложить. Кто его убил? Я сейчас стрелу выпущу просто зазря. Что у них тут произошло? Передел собственности, что ли? Неважно. Двигаемся пока. Я не лечусь, потому что мне не сильно это понадобится. Если меня заметили, это уже, значит, все, проигрыш практически. Всегда мне нужно именно по-тихому их убивать. Так, сначала мы заглянем сюда. О, это надо будет взять. О, ты смотри какой. Вот и пойдет мясо сейчас. Ну, вот я про то и говорил как раз. Так, хорошо. Ты у нас, значит, крепкий парень, да? Ну, у нас, как говорится... Ладно, не буду это говорить. Про резьбу там и что на каждого своя найдется. Без пошлости обойдемся. Так, ну... Хорошо, сняла. Так, Мазога. Мазога, давай. Да, блин. Он сейчас меня убьет опять. Да ты смотри, он уворачивается просто как... Так, стрелы нужно собрать. Эльфийская булава. Что-то как-то не особо таскать с собой такое. Сколько стрел улетело в молоко вообще? Он двигается как-то непредсказуемо. Так, стрела Мороза, это пригодится. Стальные стрелы тоже хорошо. Легкие доспехи. Они, конечно, очень крутые, но... Со скрытностью проблем будет, нет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это что такое? А вот и черный Бруга. Что с тобой произошло? Так, твои стрелы я брать не буду. Ключ. Похоже, что-то они не поделили. Так, ладно, сейчас мы... Ой, только не это опять. Кстати говоря, я купил новый компьютер, но не купил новую мышку, так что... Неохота мне этим заниматься. Но придется. Мышка, повернись, пожалуйста. А-а-а. Первый. Второй. Да, блин. Вот начинается. Так, отлично, спокойно. Все нормально. 5 отмычек осталось еще. Вы видите, как она двигается. Неравномерно. Булава нагрузки. Что за отстоя? Ладно, 2 отмычки. Хорошо. Короче, я решил больше уделять время отыгрышу. Если отмычки сломались, то они уж сломались. Грузиться я не буду. Значит, так должно было произойти. И хотя, конечно, так практически всегда и будет происходить, я чувствую, с этой мышкой. Но тем не менее, так было бы и в жизни. Так, хорошо. Что у нас тут? Какой-нибудь, я не знаю, там... Что это открыло вообще? Мазога, ты, ну, пригнись хотя бы, я не знаю, ты... Ах, это Мазога. Красиво, конечно, обалдеть как. Так, у меня защита 10 или 9, в зависимости от прочности. Здесь защита 7, что ли? Так, подожди, да, 7 защита. Это... Получается, они даже хуже, что ли? Так, подожди, а где штаны? Ну,
Вид, конечно, неплохой, еще бы штаны сюда. Ну, я думаю. Так, ну, рога такие я не буду брать, пожалуй. Все-таки как-то вот так вот. Хорошо. Ну, в принципе, неплохие, их можно будет продать, я думаю. Так, что открылось? Скорее всего, дверь по этому коридору дальше. Так, все-таки мне придется подлечиться, потому что, ну, видите, там с трех ударов сносит это, если я их сразу не убью. Да, дверца открыта. Там у нас еще парочка, но я думаю, они не такие тяжелые будут, как этот парень. Но все же надо быть осторожным. Так, наденем обычные стрелы. Зуб дракона все-таки поэкономлю. Так, давно по этим луком не пользовался, соскучился. Почему глаз Ситиса не засекает их? Это для него слишком... А, он разрядился, что ли? Наверное. Постоянный эффект. Сложно сказать. Нет, вот теперь он засекает. Так от этого пользы, конечно, не очень много. Так, сейчас делаем как? Я атакую одного товарища. Возможно, убиваю. Второй бежит. Я прячусь за мазогой, потому что она у нас мускулы. Так, вот мелочь пузатую убью. Нет. Один ушел. Куда она? Давай, давай, посмотрим, кто кого. Мазога, ты молодчина. Мазога, выручай. Отлично. Двемерский топор, неплохо. Так, мои серебряные стрелы все вернул, получается. Стрелы искр. Хорошие стрелы начали давать, да? Кто где? Добей ты его, мазок. Фу, нормально так. Так, я, пожалуй, зрение вампира включу, потому что тут такая темень, что ничего не видно. Так. Это у нас такой аналог ночного, очков ночного видения. Бандиты серьезные, да, такие? Неплохо сопротивлялись. Мазога, молодец. Отвлекаешь на себе урон. Так, короткий меч встряски. Урон электричеством плюс 4 обычного урона. Неплохо. Давайте возьмем пока, если что, выкинем. Он не больно-то нужен, и выручить за него не так много денег можно. Но, я думаю, пригодится. Выкинуть никогда не поздно. Вот, отлично. Череп там зачем? Возьмем, прикольно. Как дом будет, поставим. Так, хорошо, тут все вроде. Блин, лечиться надо. Нужно поставить вот этот... лечение легких ранений, допустим, на 8, а зрение охотника на 9. А, на 9 не могу. Ну, значит, я на 7. Давно уже пора было это сделать. Потому что каждый раз там вошкаться в этом меню, это не очень круто. Называется, в комментариях опять напишут. Прошло 40 серий, Артур научился. Так, ну ладно.
Давайте двигаться. У тебя какой-то мусор, яд не здоровье. Давайте им что ли смажем одну из стрел, почему бы нет. Так, снижение здоровья на 30 секунд. Окей. Так, я думаю, нормально будет. Так, и все что ли? А я думал, мы сейчас тут будем бродить. Так, он зачарован. Я так не научился снимать с них зачарование, поэтому можно было бы приказать Мазоги его открыть, но, видимо, нет. Какие-нибудь детальки на нем, из которых можно было бы дернуть и отключить, скажем. Нет, ну что такого? Блин, плохо. Я с ним вообще ничего не могу сделать. Жаль. У меня же ключ есть. Почему этот ключ ни к чему не подошел? Сложно сказать. Так, ну ладно, что ли. Я так не понял. Кстати говоря, вот эта дверь вполне возможно. Вернее, вполне возможно, что это дверь. Потому что мы помним, в таких руинах полно секретных ходов. Пока что я ничего не вижу. Может, если я закрою нажимной блок, откроется что-то тут. Нет, не надо трогать. А теперь я могу, главное, трогать. Почему раньше я не мог? На самом деле с дверью связано, что ли? Ну, давайте попробуем. Вот, отлично. Хорошо. Так, у нас мало. А, вот открылось, отлично. 300 золотых, оно того определенно стоило. Так, и записка. Доля Брога 300 уток. Заберут в Мидас после полуночи. Хорошо. Записка нет, не нужна. И долю мы его забрали, так что можно смело возвращаться. Оставь Мазога, я не поделюсь. Ибо нечего. Так, ну хорошо, удачно сходили вроде как. Пойдемте похвастаемся графу. И там на улице, по-моему, нас, кстати, кто-то ждет. Вроде нет. Погода пакостная какая-то, просто капец. Так, ладно, давайте. Черный Бруга мертв. Нужно доложить об этом Матиусу Карро и получить титул странствующего рыцаря белого жеребца. Чё-чё-чё. Чё, Мазога? Где? Ой, ладно, пойдем, короче. У этой орчихи просто, по-моему, мания преследования. Мне постоянно кажется. Обожаю это зрение. При нем и мир вообще просто необычно, очень красиво выглядит. И очень полезен для нас. Так, сейчас мы нарвемся на того самого ящера, если его, конечно, еще не свинтили. Не думаю. Блин, наверное, самая красивая часть вообще местных земель. Все зеленое, все такое заросшее, очень круто. Ох, так, ладно. Только не ты. Убейте его, убейте. Че, съел? Давай. Ну. Давай, животное. Блин, ну как так вот, ну. Смотри, бесится как.
Во, как хорошо бьет он. Тихо, тихо, тихо. Он на мазоку побежал, что ли? Да постой ты, ну. А, там, смотри, там еще проход есть. Иди сюда, родная. Так, тихо, тихо, тихо. Все, молодца, закрыл дверь. Ну и что? Короче говоря, у нас раптор в загоне. Отлично. Добьешь его? Как бы он тебя не убил, конечно, у меня квестовый. Лошади тупо пуф. Кто дверь открыл? Ну. Блин, это просто цирк какой-то. Народ ломится убивать. Ну. Мазога, все, пойдем, он ушел, ну. А, капец. Что за народ? Паровоз такой. Как дети, ей-богу. Так, ну... Вот и все на сегодня, я так понимаю. Сейчас мы выслушаем благодарности заслуженные. И потом двинемся... Сначала в убежище темного братства, проверим, что там с Винсентом у нас. На самом деле там у него книга есть, которая открывает какие-то интересные детали, или как. А потом займемся наркоторговцами, а потом займемся новым заданием от Акаки. Фу, хорошо. Мазога. Мазога отстал, да? Ну и ладно. Значит, вся награда моя. Доброе утро! Доброе. Мазога не пришла. Ну и шут с ней. И в морду у тебя, Шарапов. Доброе утро. Ой, какая-то страшная. Так, ну? Удалось ли найти Черного Бруга? Надеюсь, ты несешь весть о смерти Черного Бруга. Вообще-то да. Какие новости о Черном Бруге? Мертв. Правосудие свершилось. Следовательно, отныне вы с Мазогой будете называться рыцарями Белого Жеребца. Позволь мне вручить тебе аксессуары, соответствующие твоему новому званию. Ключ от усадьбы Белый Жеребец и щит с гербом графства Леявин. Отлично. Ключ и щит Мазоги будут доставлены ей лично. И я гарантирую тебе вознаграждение в 100 золотых за каждый черный лук, что ты принесешь мне. Блин, там их сколько было, этих луков. Каждый черный лук, принесенный тобой, будет означать, что еще один бандит черного лука убит. Ну ладно. Спасибо на этом, знаете, он. Удачного мне... тебе дня, сэр рыцарь. Кого напоминает? Я сэр рыцарь, теперь слышали? Он мне напоминает в Симпсонах, помните, там был такой миллиардер. Вот такой вот. Вообще вылитый один в один. С помощником такой. Так, хорошо, пойдемте посмотрим наш новый дом. Что? Дом, говорю, новый, пойдемте посмотрим. А, так. Где он, интересно, тут? По квестам он, наверное, не будет отображаться. Да, судя по всему. Казармы, казармы, выход Сиродил. Дома, черни. Товары с гарантией. Стоял двор. Часовня. Таверна. Дом на продажу. Это не мой, я думаю.
Блин, а где мой дом? Давайте вот к этому сходим, что ли, к дому на продажу. Не дай бог, кинули. Мазога. Я слушаю, пожалуйста, продолжай. И как? Я стала рыцарем? Ну да. Боги! Не просто рыцарь, а странствующий рыцарь. Это ведь особая каста рыцарей, правда? Теперь давай, скажи это. Скажи, я приветствую тебя, сэр Мазога. Нормально. Я приветствую тебя, сэр Мазога. Благодарю тебя от всего сердца, сэр рыцарь. Звучит неплохо, чертовски неплохо. Теперь я странствующий рыцарь, и меня не волнует, известно это кому-то или нет. Спасибо тебе. Я никогда не забуду твоей доброты. А мне, как рыцарю, пора начинать делать добрые дела. Возможно, еще увидимся в усадьбе Белый Жеребец. А где она находится-то? Еще увидимся. Усадьба Белый Жеребец. Может, тут где-нибудь? Есть ощущение, что вообще не в этом городе. Так, вот дом на продажу, да? А, да, это я в нем. Вполне возможно, что этот город находится... Ой, дом этот, усадьба находится где-то за чертой города. Вот она. Вот, сейчас мы туда и направимся. По дороге, я думаю, огребемся от кого-нибудь. Ну, я думаю, это будет весело. Теперь у нас есть собственный дом. Я просто хочу туда поставить свой череп этот, именной. И на этом на сегодня можно будет заканчивать. Вполне неплохо так провели время. Мне понравилось. Стали сэрами, убив перед этим несколько десятков людей. Так, Мазога. Хочу добыть себе несколько черных луков. Пойдем со мной, если хочешь. Так, ну что, рапторы по-прежнему атаковать будут, нет? В последний раз, я помню, он бежал в панике. Так, ну с Левином пока покончено. Я думаю, мы сюда еще вернемся. Мне понравился этот город пока что больше всего. Ну, видите, как он красивый. Сколько лет уже, как вышла игра, а выглядит по-прежнему прекрасно. Надо было Танегриву взять. Кто-то говорил про Ноктюрнал, что он находится где-то вот здесь. Вот тут вот примерно в этих пределах. Чтобы я туда сходил за бесконечной отмычкой. Но пока что я этим заниматься не буду, потому что мне сказали неоднократно, что... При установке мода Аскура пока что туда лезть не стоит. Уровни через 5-6 можно будет что-то сделать, а пока просто будут рвать. Поэтому переживем. Главное не забыть. Пишите в комментариях. Так, ну... Дыра, конечно, та еще. Но с другой стороны, представьте, вот так вот вечерами сидеть на усадьбе. Или рыбачить тут. По-моему, неплохо. Его, конечно, скорее всего, надо будет в порядок приводить, там деньги вкладывать в это. Собственный дом. Отлично. Ух ты. Так, этот мусор отсюда вынести. Обалденно. Да, с меткостью проблема. По контуру, хорошо. Ну что, теперь у нас есть собственный дом. В следующей серии мы двинемся разбираться с наркоторговцами. Все-таки сначала, я думаю, потому что это поблизости.
Довольно прикольно все получилось. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.